Человек собаке друг. Пу-пу-пуру, пу-пу-пу. Это знают все вокруг. Собаки ждут ужина. Сегодня ходил, отнес остатки еды, пораздавал всем вокруг бегающим псам и поставил варить кашу новую. Идет дождь. Я не выхожу тоже на улицу, потому что Чича съела сардельку. Лежит на постели. Я предложил ей выйти, она сказала, что нет. Наверное, попозже, если что, яблочко, сказала, принеси, мы его съедим в постели. Так что, когда мы выйдем, неизвестно, может, будет темно, поэтому записываю короткий ролик. Был сегодня на дачах, сейчас, может, кусочек вставлю, ничего там интересного нет. Кучи мусора растут, вкусного уже ничего нет. Яблочки те, что я обнаружил, очень зимние, сливки еще маленькие, но они еще через раз кислые. На Рыбхозовском кладбище похороны. Уже третий раз даже вижу, так что, если к кладбищу применимо такое выражение, кладбище ожило. Вот так, прошла новость утра сегодня по разным пабликам, не знаю, в Инстаграме, в Телеграме написал мэр Гончаренко, что надеется на возобновление подачи в область газа, поскольку изюм освобожден. Так что, для частного сектора, наверное, новости, может быть, хорошие насчет домов и котельных, которые их отапливают, не знаю, будут ли запускаться, потому что, ну, чисто логически я понимаю, что если выехало 80% людей, допустим, в Славянске, то большинство квартир, во-первых, пустые, а во-вторых, сами выехавшие, наверное, не очень обрадуются, если им придется оплачивать коммуналку и жилье съемное, в котором они живут, и плюс еще будут счета, даже если задним числом приходить за жилье пустующее. Ну, а там неизвестно, может, через два месяца все изменится настолько, что 80% уже вернется. Так что все это пока лишь предположение. Мэра Краматорска наш вообще молчит. Где-то пропал. Жив ли он? Будем надеяться, что да. Так что такие-то дела. Больше новостей нет. Всем желаю тихого вечера, мирной ночи. С утра в городе было солнышко. Я даже хотел позагорать, но вот пока пришел вечером, воздух теплый, прямо дует, вот прямо летний. Я даже открывал окна, чтобы прогреть дом этим теплым воздухом. Ну, сейчас погода вот испортилась, да. Так что возвращается тепло. Видно, первое бабье лето будет. Вот такие дела. Всем пока. Сливка тут мелкая. А мы попробуем сливку. Сливку. Хорошая или нет? Сливка хорошая. Ну, тепкая немножко. Вторая попалась. Очень сливочная. Ну ладно, сейчас сбоку зайдем. Где тут? То камни лежат белые, то не мусор. Черешня закончилась, видно.